По традиции, день первокурсника состоялся на белоснежном теплоходе. На борту собрались более 50 новоиспеченных студентов, а поздравить их пришли старшие товарищи, активисты ассоциации «Сайды» и сотрудники Поспредства Республики. Сразу скажу, что, конечно, быть студентом в Санкт-Петербурге – это большая ответственность. На вас будут смотреть ваши будущие друзья в Санкт-Петербурге, по вам будут судить о всей нашей республике. Специально для первокурсников организаторы провели насыщенную культурную программу. Веселые конкурсы, зажигательные танцы и песни украсили вечер. Одним из ключевых моментов дня первокурсника стала шкатулка пожеланий от выпускников 2016 года. В этот день на борту теплохода ее торжественно открыли, и каждый первокурсник вытянул свое напутствие. Я перелетел через Москву, был там и до этого был. И если так сравнить с Москвой, то здесь более спокойнее. Собравшихся со своими нравами также познакомила и питерская погода. Неожиданно стемнело, а штиль сменился шквальным ветром. И даже качка на теплоходе не помешала сделать завершающую часть праздника. Новоиспеченные первокурсники загадали желание и, находясь здесь, на палубе теплохода, выпустили в небо шары. Теперь вчерашние абитуриенты полноправно считаются первокурсниками, а впереди их ждет бурная и интересная жизнь санкт-петербургского студента. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.